Ой, ничего себе, вы меня нашли, от вас нигде не спрячешься. Ладно, теперь я вожу. Вожу вас по этим красочным рядам и рассказываю полезную информацию. Представьте, на плите две кастрюли, в раковине еще одна. А для того, чтобы все это не осталось на кухне неприятными запахами, пятнами, жирами, вытяжка кухонная нам в помощь. Вытяжки бывают разные по конструкции и типу работы. По конструкции – наклонные, купольные, их еще называют каминные, и встраиваемые. По типу работы – отводные, выводим весь загрязненный воздух наружу через вентиляцию. И рециркуляционные, забираем воздух, чистим с помощью фильтра, угольного или жироулавливающего, и возвращаем обратно. Как по мне, выбор конструкции – дело вкуса. Какая будет лучше смотреться, то и берите. Только пару советов – наклонные и купольные вытяжки в силу своих габаритов лучше устанавливать на кухнях побольше, в то время как встраиваемые вытяжки будут отличным решением для кухонь поменьше. Также помните, чем мощнее и производительнее будет вытяжка, тем больше шума она будет издавать. Но благо у некоторых моделей есть звукоизоляционные корпуса, или же вытяжку можно установить в пластмассовый звукоизоляционный короб. Ну и три важных параметра. Первый – производительность, объем прогоняемого или очищаемого воздуха в час. К примеру, для кухни площадью 8-10 квадратных метров и высотой потолков 2,7-3 метра объем прогоняемого воздуха будет составлять 300-380 метров кубических в час. Мощность. Чем она выше, тем выше производительность и скорость очистки. Маломощные агрегаты подходят для небольших кухонь, в которых готовка будет нечастой. Для более частых приготовлений используйте более мощные устройства. Размер. Размеры вытяжки не должны быть меньше габаритов варочной поверхности. Стандартная ширина кухонных плит 60-90 см. Если ширина вытяжки будет меньше 60, то эффективной очистки вы никогда не добьетесь. Но при этом перекрытие вытяжкой допустимо. Доп. Функции, такие как разные скорости работы, ручное или сенсорное управление, подбирайте на свой вкус и цвет. В ассортименте Новоцентра найдется агрегат под каждую нужду. А на сегодня все. Ставьте большие комментарии и оставляйте пальцы под видео. Мы всегда их читаем с удовольствием. Хорошего времени суток вам!